Представьте себе, что Картина ТВ – это человек, не просто человек, девушка. И если бы Картина ТВ была девушкой, то выглядела бы она так, как выглядит наша мисс Картина ТВ Вероника. Вероника, привет! Здравствуйте! И с этой красотой мы предлагаем отправиться вам в увлекательное путешествие, на котором встретим всех наших друзей и партнеров. Прямо сейчас мы идем на стенды партнеров «Песни года». Мы у стенда самого кайфового партнера «Песни года», партнера «Картина ТВ». Энергетический напиток «Кайф». Это самое лучшее, что есть сейчас. У нас две новые марки вышли. «Кайф Мока», «Кайф Мохито». Самые ободряющие. Будьте с нами, пейте с нами и кайфуйте с нами. Кайфануть сейчас придется нашей мисс «Картина ТВ» Веронике. Кайф. Одно лицо это свидетельствует о том, что это реально кайф. Где купить? Где найти? В каждом Mixmart приходите, спрашивайте, покупайте. Самый обалденный напиток – это кайф. Самый контактный партнер – «Картина ТВ», газета «Контакт Шанс». Это наш шанс познакомиться с ребятами, и если вы с ними не знакомы, то вы упускаете свой шанс. Антон знает о «Шансе» все и расскажет. Привет. Ну, в общем, во-первых, это не газета, а журнал. Во-вторых, нам 25 лет, и мы знаем, что делаем. Уже давно знаем. 25 лет знаем, что мы делаем. Это журнал, в котором есть и программа телевидения, и вся любая новость, любые информации про жизнь в Германии. То есть все, обо всем, все, что касается нас, живущих здесь. «Контакт Шанс», в общем, здесь больше нечего сказать. Просто возьми этот журнал, один раз прочти, и будет все понятно. Мне есть что добавить, сказать есть, что «Контакт Шанс» — это ваш шанс быть в теме. Теперь главный вопрос, в теме ли наше воплощение живое «Картина ТВ»? Вероника, в теме ты, в «Контакт Шансе»? Еще нет. Пора. ВКонтакте будьте и вы, «Контакт Шанс» — это ваш журнал. Они 25 лет делают это и знают, что делают. Довгань. Кто не знает Довгань? Довгань знают все. Вероника, ты какое мороженое в детстве любила? Так это и любила. 20 лет. Самое лучшее сливочное мороженое в мире. Как, все 20 лет мороженое едите? Ну, конечно, еще побольше. О, круто! Вкусно ведь? Ну, конечно, это самое настоящее мороженое, пломбир, сливочное мороженое. Самое настоящее сливочное мороженое пломбир. Мороженое Довгань. Ваша прекрасная речь. Есть две крутые компании в Германии. Две. И мы меряемся все время, кто круче. Это Довгань и Картина. Мы решили не конкурировать, а слиться вообще. Чтобы мы за нашу мега, чтобы мега стать компаниями. Поэтому вот так друг другу помогаем. У вас концерт. У нас мороженое. Вкусно и зрелищно. У нас белуга, у вас телевизор, у нас семечки смак, у вас радио. Ну, как-то так мы с друг другом мы дополняем друг друга. Вкусно и зрелищно. Мы у стенда телеканала R1. Самый разнообразный контент на этом телеканале. Это Андрей, это Света. R1 – это возможность и приготовить, это возможность купить, это возможность посмотреть любимые фильмы, любимые концерты, конечно же, наши зрители, которых мы тоже записываем, потому что это наши главные звезды. Это любимые кулинарные программы с Ольгой Матвей. Вероника, ты умеешь готовить? Только по рецептам. У меня хорошая новость. Здесь Ольга Матвей, и у нее лучший рецепт. Всем привет! Привет! Я была раньше безрукая, но теперь я, честно признаюсь, блины готовлю, торты готовлю, книжка ее стала настольной. Это факт. Готовим вместе в 19:30 или в YouTube. Вероника, я знаю, чем мы занимаемся в 19:30. Я тоже. Скоро будут передачи с ней в прямом эфире. Можно будет звонить, задавать вопросы, делиться своими впечатлениями о всех рецептах с Ольгой Матвей. Горячий прямой эфир. Это наш партнер. Это Станислав. И это воплощение Mixmarket. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Очень здорово, что о русском шопинге известно все и всем, и это ведь благодаря вам. Мы стараемся. Мы тоже будем стараться. Каково это? Вот сложный такой вопрос. Каково это быть партнером «Картина ТВ»? Как вам с нами уживается? Ну, во-первых, мы рады, что мы партнеры «Картина ТВ» и работаем вместе. Поэтому мы делаем общее дело для наших клиентов, чтобы наши клиенты были рады, в том числе
и продукции, и телевидением картины ТПАО. Поэтому мы надеемся, что мы будем дальше сотрудничать. Мы тоже на это очень надеемся. Мы хотим сказать спасибо за годы нашего сотрудничества. Нам работается легко. Просто надеемся, что в том же духе продолжим. У меня есть сообщение. Главное, вы знаете, что воплощение картины ТВ наша Вероника. Где совершает покупки? Как думаете, Вероника, расскажешь? Вот русские продукты, когда душа требует. Конечно же, Миксмаркете, где еще? Несомненно. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. Спасибо. А вот еще один стенд еще одного партнера «Песни года» и партнера «Картина ТВ». Ресторан «Моредо». Это лучшие стейки в городе. Но представителей вы не увидите. Пока мы ходили, они ушли жарить стейки. Вероник, пойдем? Побежали. Мы прошлись по стендам всех наших партнеров. Нам было интересно. А Веронике еще и вкусно. Вкусно? Да, вкусно. Очень вкусно. То ли еще будем. Ждем наших партнеров на новых мероприятиях и ждем наших гостей. Приходите, будет вкусно и зрелищно.